Но гудок есть. И мы попробуем набрать службу службу по реагированию в чрезвычайных ситуациях. Дежурная служба МЧС. Алло. Здравствуйте. Скажите, это служба МЧС? Очень приятно. Скажите, пожалуйста, а вы можете помочь? Это ЧС разве какое-то или что у вас? Помочь всем нам. Не, я не шучу, я серьезно говорю. Я говорю из деревни, в которой нет ни одного жителя. Вот как помочь? Алло. Ну и наглый. Да нет, я... Странным показался мой вопрос. Ладно. Милиция. Алло. Дежурная. Да, товарищ старший лейтенант, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы выезжаете в каких случаях на происшествие? Знаете, что произошло? Да? Произошло то, что померла. Да нет, деревня русская. Да, я не пьяный. Алло. Скорая помощь. Да? Скорая. Помогите, а? Где вы находитесь? Можете помочь? Да всем помочь. Мне, вам, себе. Помочь надо всем, потому что умирает русская деревня. Больной? Нет, это не я больной, а вот то, что мы об этом говорим сейчас, вот это и есть болезнь. Да? Алло? Так, мужчина, не валяйте дурака. Ну, извините.